для чего мы заворачиваем бутылочку с degreaser powder, с пудрой, в фольгу? Для того, чтобы при первичной депиляции, когда появляется кровяная роса, кровь не оставалась на флаконе, на пластмассовом, а все оставалось на фольге, мы, соответственно, заворачиваем это все в фольгу. Можно также заворачивать флаконы не в фольгу, а в пищевую пленку. Это необходимо для того, чтобы паста или волосы, или опять же кровь не попадали на флаконы, на пластиковые, потому что пластиковые флаконы вы не сможете простерилизовать в сухожировом шкафу. Вот такая вот рекомендация для проведения депиляции, поэтому используйте, дорогие мастера.